Участники мотопробега «Победа в каждом из нас» стартовали 6 июля в Ханты-Мансийске, а теперь прибыли в Керчь, чтобы почтить память героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны на нашей земле. Шестеро мотоциклистов на своих железных конях поставили цель посетить 9 городов-героев, преодолев при этом 16 тысяч километров. Мурманск, Санкт-Петербург, Брест, Минск, Смоленск, Севастополь и теперь Керчь. В каждом городе участники пробега посещают мемориалы советским воинам, проходят по местам боевой славы городов, возлагают цветы к подножию братских могил. В Керчи байкеры собираются посетить аджимушкайские каменоломни, Эльтиген и другие памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. А дальше их ждут Новороссийск, Волгоград и родной Ханты-Мансийск. Для каждого из участников мотопробега подобное путешествие не впервой. Эту поездку они планировали за год, ведь нужно было согласовать вопросы отпусков и подготовить мотоциклы к дальней дороге.